Видите, как из куда сумевшая любимая сушка, потому что мы будем возвращаться в Мистер Хоббс Плейхаус, да. Ночь с попрыгунчиками, мы будем снова будем возвращаться к этой игре. Мы вернулись к этой игре, блин. Вам нужно, он меня как не напорвал. Ага. Мы куда-то пошли. Дата 18 апреля. Я запомнила дату. Вы помните, когда мы прошли эту игру с Мистер Хоббс Плейхаус 2? А мы прям в верхнем углу. Ага, мы помните, за Эстер мы играли, а теперь мы играем за какой-то Руби. В розовом спальнике. Это будет очень тупо, если я сейчас буду играть в розовом. Ага. Получается, что нас заметили только один раз. А могут заметить три. Ага, 18 апреля. Запомните эту дату. 18 апреля запомнила. А можно пожру? Холодильник есть. О-оу. У меня 18, да? А какая наша задача? Я забыла. А, мы ж не можем нажимать на стоп, или я не могу. На 18. На 18 не нажим, да? Мы опасаны. О, быстрее! Блин, я сейчас назову на ее Эстер. Надо так сбежать. Чтобы на Мистер Хоббс мне не заметил. Потому что он меня не заметил. Потому что он пофиг на игрушки, быстрее. Все. Вот, не открыли дверь. А, мы что ж тут были? А где мы? А где я еще не была? Найти какой-то ключ, да? А я сейчас буду... А-а-а, уходи, Мистер Хоббс, уходи! А давай я посмотрю на скример. Хватит там рычать. Я тебя помню, уходи. Иди сюда. Ага, он там за углом. Ё-моё, скример это, я не боюсь реально скримера. Ага, сдача Матюпи. Я должна ее найти. Я вовремя нажала, я вовремя нажала. Да хватит меня пугать! Это будет очень стрёмно. Блин, уходи, Мистер Хоббс, уходи, я как так... Угу, получается, мне нужно вот сюда, да? Блин, сейчас ты там пройдешь, да? Я тебя знаю. Здрасте! Я буду дэнсить, не хочу никуда не уходить. Господа, а куда идти? Я не понимаю. Главное, чтобы он прошел. Иди сюда. А теперь нам нужно как-то пойти. Его как-то надо как-то так его как надо обмануть. Как-то надо его как-то так обмануть, чтобы он. Уходи! Я знаю, что ты он за углом. Да, ты за углом, тварь! А-а-а, тварь, 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 тварь! Он меня заметил. Он меня заметил. Он там стоит. Он там стоит за углом. Давай, выходи за углом, Мистер Хоббс, Мистер Говно, выходи! За углом! Вот ты говно. О, нет! Уходи, пожалуйста, уходи отсюда, а то я сейчас тебя тапком как тебя шальму. Задача мать Руби. Где я твою маму найду, Руби? Где твоя мама спряталась? О, господи. А, 18 апреля, да? Почему наш... Мистер Хоббс не напугал. У меня есть такой вопрос. Стамина есть. Я не могу назад пойти. А куда мне? А куда мне надо идти, алло? Мистер Хоббс. И господа, я играла в Мистер Хоббс Плейхаус, да? Нам сюда? Да. И тут какой-то огонь. Блин, нас сейчас заметят, да? Мы
Чекни. О, привет. Нас не замечают. Нас не замечают. Теперь. Как же я хорошо играю в Мистер Хопс Плейхаус. О, нет. Тут будет сложно. Тут будет реально сложно. Тут свою стамину так надо защищать. Уходи. Уходи ты. О, нет. Он якобы как-то умный. Он якобы умный. Якобы он не умный. Он тупой. Давай, уходи, мистер Хопс. Ах ты ж хитрая задница! А стоп. Уходи, мистер Хопс, я тебя там слышу. Ладно. Ладно, нельзя идти. Нет, я боюсь идти. Понятненько, ты. Он должен якобы пойти вот сюда, я пойду вот сюда. Конечно же, как же я не догадалась реально прийти на старт. Я сейчас реально сейчас приду на старт. Нет, мистер Хопс, ты меня тут не возьмешь. Это что? А, это не ключ. Я сейчас приду обратно на старт этот самый так. Когда вот так сделай, пусть он побежит, да? Нет, как ты меня бесишь, ну как же ты. Господи, очень стрёмно будет. Так. Мы вернулись на старт. Это будет очень тупо, если я сейчас проиграю. Еще меня убей меня. Убей меня. Так. Где этот тупый? А, я прыгнул. А, тут мор. А, тут на интернет нельзя прыгать. Блин, я привыкла уже к мистеру Хопс Плейхаус 2. Уха. А, я могу прыгать. Не вот так. Короче, я могу так на. Господи. Нам надо туда? А, нет. О, господи, я испугалась этого скримера! Найти мать руби опять нам пойду думаю. Никогда это была. Нет, была! Блин, я сейчас не думала старт. Пусть мистер Хопс уйдет, я нажму вовремя, да? О, отлично. Теперь бежим. Думаю, ты хватит, ты что? Отлично, я нажму, ну как бы. Ага. Давай, нападай на меня, давай. На меня нападай. А, надо прятаться. Надо прятаться, уходи. Отлично. Сейчас тут... Здравствуйте, а в вашем комнате что-то есть? Тут ничего нет, просто такого интересного просто. Нету. Ничего. Нету. Так, а где тут есть, господа, спальники? Руби, спальники, пожалуйста, найди. Надо найти нашу маму. Я нас спряталась. Блин, у меня был бы шанс. Я якобы знаю, что он пойдет туда, а я должна быстренько попросить. Опять ты такой хитрый, думаешь, что я прыгну на тебя, да? И ты меня сожрешь просто. Дай. Просто будем. Уходи. Не, господа, я вернусь. Во! Как надо. Так, пусть он уйдет в ту сторону, да, он уходит. Фух, спасибо. О, господи!
Подождите, не пугайте девушки. Надо сюда нам, да? Так, я поняла это. Уходи. Не. Он пошел в ту сторону. Отлично, просто меня не видно за коробками. Отлично. Просто идем спокойно. Так, я пойду обратно туда. Отлично. А куда мне надо идти, алло, господа? Я не понимаю. А может, стоп? Я вернусь заново на старт. Я тут была, я вернусь заново на старт. Не пугай меня. А, это было так неинтересно, говорят так. А, ну я как бы успею. О! Так, не сплата, как мы вот так сделаем. Нет! Снова нам надо заново! Ты меня задолбал уже, Найти, задача найти мать рубль. Где я вам найду мать вашу рубль? Как я найду вашу рубль? Смотри, а может вот этих клоуна 8 стихов надо вот так сделать, да? А стоп, это ж идеально просто. Мы успели, да? Мы будем ходить через окно. Давай. Через игрушку надо наступить на много раз, да? Давай, я тут уже хожу миллион раз, давай. Надо я вот так сделать. Может, надо белку. А что нам нереально надо сделать, Лёв? А, 18 апреля. Как бы не уже. Ну может, стоп, а может мне надо сначала, что ли? Да, да, мы будем из игры. Вот что такое. Будем ждать. Восемь раз, да? Я якобы не понимаю, что нужно мне сделать, не понимаю. Так что выходим с игры. Сохранилось. А где мама Руби? У меня есть. У меня есть задача. Покинуть дом. Есть мать? А где сама Руби? Снова мы сейчас вернемся. Куда мне надо идти? Вот сюда? Не, я тут была уже. Тут царапина. Идеально какая-то другая концовка. Там. А куда мне надо идти, алло, господа? Кто-то знает, куда мне надо идти, а? Варила сейчас пройдет, сейчас страшно. А вдруг надо мне вернуться вкрать? Надо быстрее. А стоп, разве вот сюда? Уже игрушки. Так. А где ключи, алло? Могу реально лечь спать.
Господи, это очень будет страшно, я сейчас понимаю. Господа, хорошо, что сохраняются уровни, а то мистер Хопс плохого зла не сохранялись так. А куда мне надо идти, реально? А куда мне надо идти, алло? Вроде бы мне надо пойти куда-то, непонятно куда так. Господа, кто-то знает, откуда мне надо идти? Ой, господи, не уходи от меня, тварюга. А стоп. Ох, какой он умный! Нифига себе, какой ты умный. Я тут была. Куда мне надо реально идти? Я не понимаю. Так. А может, стоп, может мне приезжать этого самого? Я уж начинаю с двери. Не, у меня не идет никуда. Блин, сейчас мы с ним будем нападать на этого самого. Блин, уходи, уходи отсюда. Мне не нравится идти. Меня якобы стрёмно, господа. Я тут, якобы тут нету ничего тут интересного, так что вайп. Господа, кто-то играл в эту игру? Напишите в комментариях, как тут проходить. Случайно наступила на игрушку-то. Господа, вот посоветуйте у другим летсплейщикам вот это вот пройти. Это вот слово. И вот такой пугает этот эльф. Я пойду туда. Он вернулся сам на свой старт, а я пойду вот сюда. Это якобы нормально. А куда мне на это вообще-то идти? Я не понимаю. Мне надо найти что ли маму ее? Как я тебе найду твою? Ладно. Здравствуйте. Мы снова вернулись. Блин, а как я нажму? О нет. О ну. Иди сюда. Иди сюда. Он знает, что я здесь! Он знает, что я здесь! Он знает. Ах ты ж негодяй. Не, я вернулась на самое начало! Снова нам. Но... А какой-то ключ нам какой-то нам надо найти, да? Задача научная ключ. А где я ключ найду? А стоп! Вдруг ключ вот здесь лежит? Надо лучше бы проверить, да? Блин. Я не понимаю, куда мне надо идти. Я не понимаю, реально. Он должен якобы руку сюда протянуть. Господа, якобы я сломала иду. Ну, может попробовать 8 раз? Мне надоело тут стоять. Давай. Давай. А тут сами. А куда мне надо идти? Я не понимаю. Блин, это не надо меня заставлять нервничать. Стоп, господа, может он по сюжету игру, а я не прохожу по сюжету игры. А я понимаю, что мне нужно взять, потому что... Выходим с игры, выходим с игры. Я не понимаю, что нужно мне здесь сделать. Так мы снова будем новую игру начинать. Да. Я не понимаю, что мне нужно сделать. Я не понимаю вообще, что нужно сделать. Поэтому нам надо возвращаться туда, куда я зашла. Не выйти, не идти в эту комнату. Надо идти, господа, по сюжету. Опять мне это пропустить. Папа, можно сегодня забрать мистера Хопса себе? Нет, не говори чепухи. Руби, что ты говоришь? А, специально для тебя. Я оставлю ключи на ночь. Попробуй заснуть. Ам! Вот он что. Вот оно что. Господа, мне уже стрельба. Совсем боевую, мы с этой сестрой.